Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Александрович, я офтальмолог сети клиник Медион. Глаза дают нам большую часть информации об окружающем мире, поэтому любой дискомфорт и любые симптомы и заболевания глаз вынуждают пациентов немедленно обратиться к врачу, что в целом очень хорошо, потому что это позволяет выявить заболевание глаз на ранних этапах болезни. Моя профессиональная деятельность заключается в том, чтобы диагностировать болезни и определить тактику лечения. В нашей клинике имеется высококачественное оборудование, которое позволяет проводить исследования на уровне мировых стандартов. Помимо широкого спектра диагностики, от подбора очков до диагностики заболеваний сетчатки, у нас также в распоряжении имеется аппарат ОКТ, который позволяет заглянуть глубоко в глаз и выявить заболевание сетчатки. Если в ходе исследования выяснится, что вам понадобится хирургическая помощь, наша клиника также готова оказать вам эту услугу. Ведущие хирурги клиники имени Святослава Федорова проводят хирургические операции, связанные с катарактой, связанные с поражением глаз при сахарном диабете и возрастной макулярной дегенерацией. Приходите на прием, буду рад помочь вам взглянуть на мир яркими красками.